И всем привет, подписчики. И это тирлист аксессуаров. То есть тирлист — это такая штука, когда, получается, смотрите, сейчас объясню, что такое тирлист. Тирлист, когда есть самый лучший, то есть самое лучшее от самого плохого до самого лучшего. И я ставлю аксессуары туда вот так вот. Если вы хотите посмотреть этот ролик, берите и ставьте лайк, подписывайтесь, а мы начинаем. А это мой телеграм-канал, где происходит розыгрыш, конкурсы и наборы в ролик. Если вы хотите попасть в ролик или хотите получить много геймов или много денег в каких-нибудь играх или в мимсе, то подписывайтесь на мой телеграм-канал. Как вы знаете, YouTube закрывают, и я не хочу потерять с вами связь, поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал. А, ладно, не буду отвлекать, смотрите дальше ролик. Ух, подписчики, мы перемельтелись в тирлист. Вот так вот это все выглядит. Ну, а мы начнем. У нас есть аксессуары мемсе. И сейчас мы всех их распределим по D, C, B, A, S тирам. D самый плохой, S получше, B получше, A хороший, S самый хороший. Начинаем. Первый аксессуар у нас док. Он вообще плохой, то есть можно даже не объяснять, что он делает, но если вы новичок, то можете надеть, но не стоит это делать, поэтому я просто поставлю D без слов. Флоп то же самое. Самое вообще первый аксессуар, который многие получают, это флоп, потому что это падает с самого первого босса, тоже не надо. Следующий у нас Обама. Это аксессуар не такой хороший, конечно, я бы его поставил вот выше, чем вот эти два аксессуара, но... Короче, подписчики, у меня тирлист вылетел. Давайте построим, как у нас было. Обама. Получше их будет, но тоже не очень. Дальше у нас банан. Ну, он, конечно, банан вроде ХП исцеляет, или их добавляет вообще. Это, конечно, хороший, но даже новичкам я бы такой не советовал. Следующий аксессуар у нас идет вот такая головешка. Это мой самый первый аксессуар. Не спрашивайте, почему не флопа какая-нибудь, потому что мне его дали. Спасибо тому, кто его дал. Вот этот аксессуар будет стоять в S-тире. У нас еще много аксессуаров, а именно мало, 7 аксессуаров. Ладно. А вот этот Рик Бадди. Он... хороший очень, я его поставлю даже в А-тир. Что он делает? Он уменьшает кулдаун перезарядки стиля боя, меча и способности. Он очень хороший. Я его даже носил иногда, когда, например, мне нужно что-то зарабатывать для вас. А что такое котеночек? Это у нас Попкэт Пэт. Он будет похуже Рика Бадди, я его поставил в Б-тир. Я не очень хорошо помню, что он делает, но он вроде чуть-чуть ХП дает, и там еще какие-то бафы, он похуже, я его вот так вот поставлю. Мистер Бист. Это у нас тоже норм. Все равно он идет в Б-тир, потому что он мало чего дает хорошего, не берите его никогда. Следующий аксессуар. Вот мы сейчас... посмотрели все аксессуары. Флоп, поддок, Обама, банан, лицо, мистер Бист, Рик Бадди, Попкэт Пэт. Этот тирлист я особо не объясняю, что делать персонажи, потому что это тирлист просто, чтобы какие-нибудь новички могли заскринить и знать, какие аксессуары носить, какие нет. Вот так вот работает. Дальше у нас My Face. Ух, я поставлю S безоговорочно, потому что оно дает очень много ХП. 2000. Оно исцеляет ХП и еще что-то делает. Сус. Один из самых лучших аксессуаров, а даже, наверное, самый лучший, это сусы. Потому что они дают огромный баф. 1000 ХП. ХП исцелялка, ХП то, ХП это.
И самый сложный в получении вроде. Следующий у нас Noob Friend. Я бы его поставил похуже мой лица. Как по мне, он не очень хороший. И у нас остается тыква. И я ее тоже поставлю вот сюда. Она будет получше вот этого. Она хотя бы красивая. Ну и получше чуть-чуть, да. Вот такой вот можете скринить. Вот так вот. Вот такой вот у нас получился тирлист. Если вы хотите тирлист там мечей, тирлист способок, то подписывайтесь на мой ТГ-канал, который вы видели в начале. И сейчас увидите. Но я вам напоминаю, подпишитесь, там розыгрыши бывают, там все такое. YouTube блокирую, знаете, да. Вот такой вот ролик получился. Я вам показал все аксессуары. Тирлист. Конечно, да, он недолгий получился. 5 минут, думаю, ролик получился. Я не знаю, сколько, я не видел. Можете прямо сейчас посмотреть, сколько длится ролик. Ну ладно, подписчики. Всем пока, до скорых встреч. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. И на YouTube-канал. Пока. Пока-пока.